настоящее время используются более совершенные электроакустические методы анализа звуков. Принцип их состоит в том, что исследуемый звук действует на микрофон и вызывает появление соответствующих колебаний электрического тока. Дальше проводится спектральный анализ электрических колебаний. Еще более совершенным является анализ звукового спектра с помощью ЭВМ. Интересное явление возникновения инфразвуковых волн над морем открыл советский академик Шулейкин. При шторме в результате срыва вихрей с гребня морских волн зарождается инфразвук. Незначительно поглощаясь атмосферой, он расходится на большие расстояния, опережая движение морских волн. Это явление ученый назвал «голосом моря». Очевидно, голос моря способны улавливать многие морские животные. Не случайно, например, медузы перед приближением шторма уходят от берега, чтобы не быть размолотыми галькой.